Все еще не знаете, чем заняться вечером после работы или в выходные дни? Спортом? Чем же еще? Каким именно? А вот на этот вопрос вам помогут ответить 25 знаменитостей, которые собрались в нашем сегодняшнем хит-параде. Звезды зажигают. Звездный зимний спорт прямо сейчас на Музе. Одна зима была, когда я пробовала кататься на лыжах. Скажу честно, у меня получалось и мне очень нравилось, но я больше не пробую и не рискую, потому что если вдруг я, не дай бог, сломаю ногу, то я подведу очень коллектив. И вообще, к экстремальным видам спорта, я считаю, нужно подходить женщинам несколько иначе, чем мужчины.